Данное видео предназначено исключительно для ознакомительного характера. Здесь речь пойдет о инверторном генераторе, его применении в строительстве, насколько это удобно, насколько это актуально. Просто расскажу свой опыт. Основными критериями для меня были мобильность, низкий уровень шума, ну и достаточная мощность для того, чтобы использовать его в строительстве. Залили масло, залили бензин, запустили. Сейчас обкатаем его. Работает, конечно, шикарно просто. Тихо очень. Сейчас поставили ему на минимальных оборотах. Мощности добавляли. Грамм 300 залил масла. И бензина полностью залили, 4 литра. С 15-12 включили аппарат. Сейчас посмотрим. Кинули на зарядку аккумуляторы. 4-амперный, 6-амперный. Сейчас зарядим их, посмотрим. Обкатаем как раз его. Вот сейчас для примера. Включаем. Ну, условно, наверное, дрель, да, 800 ватт дрель. Можно добавить мощности. Чтобы ему полегче было. Вот, он начинает работать погромче, посерьезнее. Выдает 2,2 в таком режиме. Но он работает тише, чем дрель. Сейчас к нему подключено два зарядных устройства и дрель. Периодически подключаем болгарку 1,5 киловатта. Два зарядных устройства и дрель. Он совершенно спокойно. Ну, на короткие промежутки он, конечно, тянет спокойно. Вот, и даже в таком исполнении он абсолютно хорошо себя чувствует. Проработал он у нас сейчас около 4 часов, около 6, наверное, часов даже. Вот, и за 6 часов я его один раз перезаправил. 4 литра бензина у меня ушло, ну потому что на малых оборотах еще работал, и потребление его было низкое. Вот, все, мы работаем еще аккумуляторным оборудованием. 4 аккумулятора, там шуруповерты и так далее. Заряжаем. Болгарка еще тоже аккумулятор у нас есть. В общем, много всякого разного инструмента, вот такого маломощного. Конечно, такие болгарки, как там 5-киловаттный пусковой ток, большие сильные болгарки подключать сюда нет смысла. Но абсолютно для того, чтобы построить, вот, для того, чтобы возводить стены из газобетона, для того чтобы резать газобетон, для того чтобы формировать кладку, этого абсолютно достаточно. Не смущает соседей этот шум, работает очень тихо, его практически не слышно. Вот заходишь он туда, 5-10 метров отошел, его не слышно. Его совершенно спокойно можно поставить, например, на природе. Инверторный генератор хороший ток выдает, как я понимаю. По потребителям можно подключать к нему разные оборудования чувствительные. Альтернативный источник питания для частного дома своего. Соответственно, если необходимо обеспечить большое количество киловатт, насосы погружные, мощные, высокомощные, там котлы и так далее, конечно, нужно брать там 15 киловатт, наверное, огромный генератор, который просто устанавливается сразу же, для него строится дом маленький или отдельное помещение вот туда, у кого есть гараж и так далее. 2 киловатта. Все, что вот до 3 киловатт, они более-менее все, ну, нормально работают в плане по шумности. А выше уже, как я понимаю, они не идут. Тоже другая история начинается. Так, ну вот болгарка 2,2 киловатта. Makita. В заключение хочу сказать, что этот компактный легкий генератор дал нам возможность построить дом, не имея электричества на участке. В общем, рекомендую.